идеалы вопреки истории. Вроде несложно проследить мотивы тех героев, которые в наши сердца закладывают гордость, воспитывают твердость, подвигают на рекорды. Герой военных конфликтов для сына просто папа, грудью закрыл от пули командира, не заплакав, но уронил слезу, когда рука держала снимок, где в детском парке всей семьей стоят они в обнимку. Не сосчитать всех подвигов, что совершали деды, из цепких пальцев смерти вырвать нам победу. Бесценные поступки, судьбы города и страны. Жаль, что не все герои в лица попадают в кадр. Неважно, молод или стар, девчонка или парень, память героя, что в сердцах наших пылают. Для подвига найдется место, не зря же есть пословица: героем не рождаются, героями становятся. Он действительно, это нагрузки такого вида спорта, сами знаете, кто занимался. Это не футбол, не волейбол, не хоккей. Это командный вид спорта, там не спорь, есть нагрузки, но таких нагрузок, как в единоборстве, нет, потому что ты выходишь в первую очередь побороть себя. Ты один на один, ты не команда. На что ты сам способен, и для себя реши, ответь себе, но только честно.